Всем привет, с вами Inform TV. Ирина Агаларова, мать знаменитого исполнителя Эмина Агаларова и жена влиятельного бизнесмена. Про нее слышал, наверное, каждый житель России. Но как она выглядела в молодости и как складывалась ее личная жизнь, знают немногие. В детстве Ира жила под фамилией Гриль. Семья была интернациональной, но ближе в данный момент женщине все-таки азербайджанские традиции. Сейчас Ирине Агаларовой примерно 65 лет. Точный возраст она не говорит. Со своим будущим супругом Аразом она встретилась еще в школе. Они учились в одном классе. Именно тогда и зародились первые чувства. После школы девушка пошла учиться в педагогический вуз, а парень – в политех, но это не разрушило их отношений. В конце обучения они играют свадьбу, и вот уже почти 40 лет любят друг друга. Сейчас Арас – владелец компании Crocus Group, но начинал свой путь он в научно-исследовательском институте, а после пошел работать в горком партии. Ира в это время преподавала английский. В школе. Когда в 83-м году мужчину переводят в Москву, Ирина, даже не задумываясь, едет за супругом и берет с собой сына. Здесь она устраивается переводчицей в министерство. Вскоре они переезжают дальше, в США. Тут растут их дети Эмин и Шейла. Так как муж большую часть времени все-таки проводил в России, Ирина очень страдала. Говорит, что и ревновала, и нервничала, и были бессонные ночи. Пыталась забыться при помощи дочери и работы. В Америке она открыла вместе с подругой салон красоты. Но как только дочь стала самостоятельной, женщина сразу же перебралась к мужу и два салона красоты открыла уже в столице. Также у нее есть магазин, где продаются эксклюзивные шубы. Эмин в итоге работает в семейном предприятии и занимается развитием певческой карьеры. А вот Шейла закончила школу моды и дизайна в США. Если вам нравятся песни Эмина Агаларова, ставьте лайк. Не забывайте подписываться, а также жмите на колокольчик. Удачи!